Sony Ericsson W810. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Sony Ericsson W810». Классическими причинами неисправности или некорректной работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Откручиваем два болта в верхней части. Дисплей аккуратно отводится в сторону. Затем пластмассовой лопаткой отсоединяем шлейф дисплея. Обратите внимание, шлейф идет в сборе с дисплеем. Шлейф нового дисплея предварительно загибаем в двух местах для более удобной установки. Затем подключаем его и прикладываем дисплей к средней части. Далее фиксируем дисплей двумя болтами. Все, дисплей заменен.